Одно из самых долгожданных событий этой зимы. В Наташинском парке начал свою работу ледовый каток. Уже третий год подряд он по праву считается главным местом притяжения жителей и гостей округа, которые любят активный отдых на свежем воздухе. На открытии катка работала съемочная группа нашего телеканала. По традиции первыми на лед вышли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Перед гостями выступили дети разных возрастов и уровней подготовки. Фигуристы городского округа Люберцы порадовали яркими и зрелищными номерами. Так на катке в Наташинском парке стартовал новый сезон. Мы со своей стороны постарались, чтобы наш лед в этом сезоне был лучше, чем в предыдущем. Хотим, чтобы здесь приходили все наши жители, радовались, заряжались позитивом, отдыхали. И очень на это надеемся. Прекрасное настроение. У нас кататься мы не будем. Мы просто полюбовались на выступление, рады открытию катка. В то время как одни любовались фигурным катанием, другие с нетерпением ждали момента, когда сами встанут на коньки. Катались много раз, падали. Но живые, учимся. Настроение хорошее. На подготовку льда понадобилось всего 2 недели. Погода в этом году поспособствовала как никогда. Хотя даже при плюсовой температуре каток площадью 1500 квадратных метров готов к работе. Инвентарь у нас, естественно, есть. Аренда коньков у нас стоит 300 рублей. Также есть помощник фигуриста для тех, кто неустойчиво катается. Шлем, защита – это все предоставляется бесплатно. Со своими коньками, да, лед совершенно бесплатный. Каток работает с 10 утра до 21:30 каждый день. Кроме массовых катаний, здесь, как и прежде, будут проходить спортивные мастер-классы, праздники, а также тренировки для детей и взрослых. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.